Всем привет, с вами Шмыга. Вы на канале у Шмыги, сегодня поиграем в игру под названием Untitled Game Goose. И мы на новой локации, собственно говоря, и посмотрим, что здесь у нас. Это дополнительные у нас дела, еще один дополнительный. Так, это мы сделали. А, вот дело. Попасть в паб, сломать дартс, стащить лодочку. Старикана, хорошо. Получить в награду цветок, украсть кружку и бросить в канал. Открыть на стол. Так, ну, мы с вами знаем, что... Я же здесь не ходил, да? Или ходил? Я что-то не помню. Я, по-моему, здесь не ходил. Это есть... Смето еще есть. Так, ладно, подожди. Я должен же пройти к себе туда, в начало игры, нет? Я могу пройти в начало игры? И получается, что нет. А, и это мы в начало попали. А, ну все, да или нет? Да, вроде. Мы же в начало плывем? Пожалуйста. Ну да, и мы в начало приплываем. Все. Я открыл эту клетку, значит... Если что, потом мы можем сначала начать и сюда, собственно говоря, приплыть. Сюда выйти, и мы будем уже... Так, ну давай, значит, эту локацию. Самое простое, это у нас, как я уже и говорил до этого, это вот это последнее задание, что-то собрать. Накрыть на стол. Давай попробуем накрыть на стол. Но вначале нам нужно... Попасть в паб. Так, паб, видимо, это где-то здесь. А как это... Ага, я понял. Так. А? Что надо? Ага. Иди отсюда. Так, подожди. Может быть, через... Это не открывается ничего? Подожди. Ага. А как он закрыл коробку крыльями? Кто-нибудь может мне объяснить? Что за прикол? Гусь, который закрывает коробку. Ну серьезно, чем он закрыл коробку? Ладно, будем надеяться, что тетка нас проведет. Так, давай еще раз посмотрим. Попасть, сломать дартс, лодку стащить. Старикана на задницу, цветок, украсть кружку. Так, ну давай попробуем кружку, да, и на стол надо накрыть. Просто до этого во всех этих локациях было самое простое, это накрыть на... Ну, то есть не накрыть на стол, а собрать какие-то вещи в одном месте. Это было самое простое из заданий. Ну, то есть не самое простое, но проще всего начинать именно с этого, потому что пока ты собираешь, понимаешь, как там ведут себя вот эти вот дикие животные, а именно люди. И, ну, ты уже там понимаешь, что надо делать. В смысле? Она, типа, рассекретила меня? Или что? Молодец. Все, я, получается, сейчас попаду в Побянский. Выпью кружечку пивка там, да? Гусянского. Жатецкий гусь этому гусю. Жатецкого гуся гусю. Так, хорошо. Кружку вижу. А я могу? Выйди. Уйди. Быстрее, беги. О, мы здесь можем под стол зайти. Так, соломку, соли нужно было собирать. А, перец. Ну, перец. Пусть будет. В смысле, а я там застрял, что ли? Ладно. Так, сюда могу пройти? Не могу. Это будет потом заданиться. Вот, этот старикан, его можно, типа, на жопу садить как-нибудь, да, или нет? Ай! Нет. Дартс. Так, ладно, короче. Играет в дартс. Нам надо как-то сломать дартс. Так, ну вначале, подожди, давай кружку укра... Тихо, мадам. Мадам. Встраивайте. А, я могу вот так пройти сюда. Так, а вижу подсвечник. Все, давай, побежали. А,
так мы его тут просто бегаем. Все, побежали, побежали за кружкой. Сейчас мы вытащим кружку. Ой, я под стол могу уйти. Все, иди отсюда. Кого здесь нету? Кого здесь нету? Встань, иди отсюда. Че, моя кружка? Могу. Все. Нет кружки. Нету кружки, кружка. Тихо. Ах ты собака, тварь. Блин, а это тяжело, оказывается. Так, хорошо. Так, там помидоры я у тебя стащил, слышь ты? Или это не у тебя? Давай, иди подбирай помидоры, ты. Ай! Да ёптель-моптель. Да ушел. Дартс опять твой адский. Так. А в ту сторону я могу? А, могу! Через дверь сюда пройти. И? А, сюда не могу. Так, ну это, наверное, следующее будет заданница. Так, а что у нас нужно... Что здесь? Он так смешно щелкает своими лапками. Так, я вижу там вон знак этот, тарелку. Нам тарелка нужна? Тарелка нужна. А куда ее ставить-то, непонятно. Пока брось, подожди. И надо кружку, короче, стащить. Стопы. Опа, твою налево, отстань, старая. Ты пристаешь ко мне. Встань, горю! Отсюда вон. Так. А вот сюда можно я в реку скинуть или нет? Вот. Нет, нельзя. Ну, то есть нужно убежать. Так, тогда делаем вот так. Так, вот эту тарелку я могу взять? Да давай ты сюда иди. Чё за звон? А, он меня будет типа выгонять, да? Да не иди на! Нет! Ага. Тарелку где поднимает, старый. Блин, короче, на старого нельзя рассчитывать. Старый падла тварь. Так. Ну подожди, вернись. Вернись, я все. Да, все, нахлобучили. Так, а река у нас, где была река? Где-то здесь внизу, да? Это как раз вход был в реку. Да, вот здесь где-то, да? Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? А, ну, а, не здесь, но все равно можем. Блин. Ай, гусь ты, гусь. Короче, сюда нужно эту притащить, чашку, да? Так, ладно. С чашкой разобрались. Так, пока он там занят. Так, это тетка, но она нам не проблема. А, нет, не проблема же, да? Нет, не проблема, да. Правильно. Так, давай-ка идем сюда. Берем другую чашку. Ты собирай свои помидоры. Так. Быстрее. Я говорю. Все, всех нахлобучили. Хорошо. Хорошо, несем чашку, вилку. Так, главное ее, короче, не ронять. До момента... Вот, я здесь могу спуститься, типа, да? Все. Украсть кружку, бросить в канал. Мы это сделали, молодцы. А как мы теперь на обратно попасть? А, вот, да, тут же лесенку. Лесенка для классных гусей. Так, ну и опять давай проникаем тогда в этот. Блин, а как это? Часто он, наверное, он будет отвлекаться или нет? Или может сразу в коробку? Да, в коробку давай сразу прыгнем.
А, ну он там еще что-то. Надо, короче, еще какой-то вход найти сюда, чтобы было классненько, потому что, ну, если не будет классненько, то будет не классненько. Ну, то есть, ты понял, да? А вообще, ну, если так-то по-серьезски, то ты мне мешаешь. Носатый, коричневый нос, ты мне очень сильно мешаешь. Шнурочки у тебя забавные, связать бы их, чтоб ты упал. А где тетка-то, алло? Она там, а, идет, идет. О! Коробку. Коробку надо в паб тащить, давай. Так, а нам еще подожди. Стоп. Цветок в награду, накрыть на стол надо. А как, на чейка, на какой стол надо накрыть, интересно? Накрыть на стол. Я же, получается, клювом-то не смогу достать до этого стола, чтобы поставить. Правильно я понимаю? Ну, в смысле, вот до этого, например. Так, пойдем, короче. Пойдем старикана помучаем. Потому что мне кажется, что... Что нужно сделать? Подожди, заставить старикана упасть на задницу. Ну, мне нужно каркнуть, наверное, сейчас как-нибудь. Не убей только меня. Ах ты, собака, тварь! Я не успел, типа? Блин, он дартс так сломает, интересно или нет? Ну, отстань, иди еще поиграй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я же могу в гармошке поиграть. Гармошку поиграть, правильно? Да блин, а чё он не упал на задницу? Да ё-моё. А я могу стул стащить? Могу. Тогда делаем так, смотри. Сейчас берем, он будет садиться, типа. Что такое? Гармошку бери, говорю. Ай, больно было. Ржака, да? Поиграл на губной гармошке. Слышь, старикан, ты бесишь. Как тебя нужно развести-то? Я что-то не понял. Так. Блин, ну нельзя, не, надо, чтобы, короче, он типа подприсел немножко. А, хороший гусь, хороший гусь. Дамочки, здорово. Что у вас есть? Тарелку есть, да? Но пока, видишь, непонятно. А, подожди, а что это за подиум такой у нас? Алло. Так. А. Понял. Все, короче, повторяем за ними просто и все. О! Е! Получили награду цветули. Нафиг только она мне нужна, цветуль. Ну ладно. Пусть будет. Пусть... А, подожди, по заданию ничего не нужно больше будет. Стащить лодочку, сломать дартс. С дартсом, короче, я не понял, как его ломать. А, так, хорошо, ладно. Дартсом пока не... я не разобрался. Стащить лодочку. Что за лодочка? Это что такое? А что, полотенце потеряла? Полотишку потеряла. Или это что это такое? Полотенце же вроде, да? Так, а мы еще с тобой не были... Получается, где мы с тобой? Где-то здесь не были. Юмс. Так. А, вот эту лодочку, а как ее стащить? Проверим. Так, и потом накрыть на стол надо как-то будет, да? Не получается, тут ничего нет такого, да, интересно? Это что такое? О, ведерко можно кинуть. Да, ничего не закрыто. Опа! Это что такое у нас?
Я понял тебя. Я тебя понял. Пивка немножко разлили. Ну, а чё такого? Тихо-тихо-тихо-тихо, уйди под стол. Не пугай. Сейчас мы, короче, кораблик достанем. Не ссать. Не ссы в трусы, как говорится. Пусть она идет туда по делам, по своим. Ага. В смысле? У тебя же там что-то течет. Блин, не получилось. Ладно, так, а вот так, если сделать. Блин, ну почти, смотри, почти. Я сейчас могу достать его, получается, правильно? Тихо. Я ушел, меня нету. Отстань, 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 отстань. Ага. Провал. Провал миссии. Нэ. Хорош, так. Да блин. Ну у тебя же там какие-то проблемы. У тебя там пиво вытекает. Блин, вот видишь, чуть-чуть опять не успел. Так, пробку. Да, иди пробку. Сейчас, 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 она отвлечется немножко. Да нет! А, ну ладно, я сейчас успею, наверное. Нет? Да, хорош. Я хороший гусь. Я хороший гусь, я хороший гусь. Я хороший гусь. Встань. Так, что осталось? Сломать дартс. Дартс. Опа, стой, подожди. Блин, не получилось, подожди. Да ё-моё. Да, хорош. А что там в дартсе, подожди, было написано? Ать, дротик мой. Так, и нужно накрыть на стол. Подожди, а на какой стол я могу своим клювом-то попасть? Стоп, ушли назад. Гусям здесь не место. Бросить ведро на голову здоровенного мужика. Бросить ведро на голову здоровенного мужика. А, ведро... Ведро мы скидывали же, да? А, вот здесь ведро можно скинуть. Угу. А вот накрыть на стол-то это где? Накрыть на стол. А что нам нужно, подожди? Нож-вилка, нож-вилка, нож-вилка перечный. Так, ну давай перец возьмем. О, смотри, какое место есть. Я просто могу сюда скидывать все. А потом, короче, это, понимаю? У-ля-ля. А почему я не видел такого? Почему я такого раньше не видел? Я хочу попробовать, знаешь что, там был этот, там был стол такой, вот в том месте. Так, сейчас, вот этот вот, нет? Давай попробуем, я вот не уверен, подожди, здесь есть уже тарелку, во-первых. Ну давай попробуем вот так, если... Да, и вот сюда, короче, надо скидывать все. Или можно еще делать вот так, смотри, красивое. По красоте. Так. Вилк, свеча, перец. Ой, в смысле, ну ты понял. Так. Это нож, правильно? Так, и она здесь собирает. Ну, надо еще, видишь... Тихо, тихо, тихо. Тихо, уйди сюда. Хорош. Так, что осталось? Свеча. Где-то здесь была свеча, да? Она сейчас же заметит. Так, где-то здесь была свеча, вот она.
Так, давай быстрее, пока нас никто тут... Опа, па па пара 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 пара
Или швабру? А бочонок пива я могу, например, это... Ать! Уходим. Она злая. А, слушай, может быть все помидоры убрать... Что он там будет делать? Подожди. Так. Мужик, мужик, мужик. Главное, чтобы мужик. Смотри, мужик. Иди сюда. В смысле, иди туда. В смысле, ну ты понял. Иди, смотри, помидоры твои. Ну да, надо собрать помидоры. Иди, собирай помидоры. Блин, а он собирает туда. А как сделать так, чтобы он собрал их туда? Он собирает помидоры вот в эту хрень. А, слушай, может быть все помидоры сюда сложить, а там оставить типа парочку? Тогда типа мест не... Тихо, бабка. Бабка злая идет. Типа тогда мест не будет у них. И он пойдет сюда относить помидорку. Нет? Давай попробуем. Но у нас все равно вариантов-то что, нет никаких. Так, давай-ка вот эту еще помидорку стащим. Ну, в смысле, не стащим, а ему туда поднесем. Ой-о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 й. Страшно, страшно. Блин, ну этот старикан. Не, ну написали бы в задании тогда старикану на голову спустить. Но он, видишь, он-то за помидорами не ходит, а вот тот-то ходит. То есть мне нужно как-то развести этого чебурека, короче, да, чтобы он... Блин, не, он, смотри, он собирает все туда помидоры пока что. Так, давай тогда... А как? Не понимаю пока. Может реально переложить все туда помидоры? Ну, давай попробуем, я как бы не... Я не знаю. Я не догадываюсь даже, что надо делать. Ну давай постараемся все помидоры сейчас туда переложить. Какой? Ну, блин, ну, короче, я не понимаю пока. Ну, ладно. Ай! А, успел, успел. Так, а сейчас сюда он пойдет помидор собирать или не пойдет собирать помидор? Смотри, помидор там. Там помидор. Помидор, помидор. Мистер Помидор нужно собрать. Ну, блин, ну, что ты его выгонишь? Опа, пошел. И... Нет, я не пошел. Да, пошел собирать там помидор. Так, быстрее, бабка, отстань. Нам нужно как бы, короче, как можно... А, быстрее. Хорош, я успел. Да, так, надо сваливать отсюда по-быстрому. Так, чтобы эта бабка меня ничего не это... Так, ведро мы бросили. Так, и он... Нам должен открыть новую локацию, по идее. Нет? Подожди, стой. Вроде должен открыть новую локацию. Или нет? Не-не-не, меня здесь нет, отстань. Меня нету здесь. Я здесь сижу, никого не трогаю. Так и чего, подожди, ну, а как новый, а как... А, может быть... Может быть он сейчас откроет, типа, у него вон жопа вся красная в помидоре. Молодой человек, у вас жопа в помидорах. А, или может он... А, не, по-моему, здесь же, да, локация новая, или нет? Или он не открыл... Или он открыл уже мне? Не, не открыл. Так, а как сделаться тогда? А-а-а! Я понял, как сделаться. Вот так вот. И вот так вот.
Да, все, я понял. Разобрались мы, да. Никто тут ничего открывать не будет. Ну, просто в всех локациях, помнишь, открывали все, все открывали то, что нам надо, открывали, а здесь открывают не все, кто нам... Ну, ты понял. А здесь нам нужен ключ. Ключ, ключ, ключ. Хорошо. Это какая-то другая локация. Пойдем помоемся немножко. Смакнем крылыш свои белые. Так. И... А, сюда не попасть. Да, то есть... Это как-то подозрительно. А есть новые дела? Дела попасть в мини-деревню, украсть красивый миниатюрный золотой колокольчик. А, попасть в мини-деревню? Да, я попал. И что дальше? И все, тут два дела всего, как так-то? Украсть красивый миниатюрный колокольчик. Миниатюрный красивый колокольчик. Ты видишь колокольчик красивый миниатюрный? Я нет. Мини-деревня. Кто живет в мини-деревне? О, это же... А, нет. А, это же та локация, нет? Да? Да или нет? Красивый мини-колокольчик надо найти. Где красивый мини... Кто в домике живет? Нет, цветок золотой. Я пройти никуда не могу. Я как дурак, короче, в этом. Так. Пум-пум-пум. Крепость... А, да, в крепости колокольчик вижу. Так, что делать надо? Серьезно, мы разрушим целую крепость ради колокольчика? Ничего больше нельзя укусить? Мысли, серьезно? Так. Отходим. Какую сторону тянуть-то? Да-да-да, вроде вот подтягивается вот в эту сторону. Давай, отстань. Украсть мини-колокольчик. Так, красивый мини-колокольчик украли. Что-то новый... Так, что там? И вернуть его домой? Помнишь, в самом начале, по-моему, был такой момент, что было... А почему я не могу пройти? Такой был момент, что... А что ты посвистел? Зачем ты посвистел? В самом начале, по-моему, игры было, где была яма с колокольчиками, насколько я помню. Но я могу ошибаться, собственно говоря, я, может быть, и ошибаюсь. А, если я бегу, я звеню. Не надо. Так, а мне в самое начало теперь надо попасть. Так, а в самое начало мне как попасть? Мне лучше... Пам-пам-пам. А, там же мужик этот будет с помидорами сейчас. Или он меня пропустит? Блин, непонятно. Почему вниз ты спускаешься? Блин, он вообще был занят. И вот я дурак, конечно. Блин, у него тут появилось новое это. Блин, а как его отвлечь тогда теперь получается? Мне нужно как-то уйти от этого.
Наказание. Так, подожди. Блин, не, они... Они что-то жестко как-то начали. Беги-беги! Так. Вернуть домой. О, смотри, закрытый люк. Кстати, монетка, смотри, есть. Может, с монетку... Монеткой? С монеткой тоже что-то надо было делать. Так, давай по-тихому, потому что... О! Как так? Почему здесь замок висит? Подожди, а мы же как-то с тобой по реке сплавлялись, нет? Или мне нужно... Или мне нужно, типа, все сейчас миссии пройти с колокольчиком? Реально? Серьезно? Я же вот здесь мог спрыгнуть. А, видишь, уже все замотали скотчем. Вот песосы, ты погляди на них. Охота на гуся какая-то. Еще из... Ох, вы свиньи какие, а. Вот смотри, вот так вот жизнь гуся. Значит, надо, нам надо, короче, через все миссии, прикинь, пройти с колокольчиком. И нам нужно сделать это по-тихому. Ё-моё, вот это да. Вот это челлендж. Ну, я понял, да, уже. Так, а как... А, я же здесь не могу пройти. Так. По-тихому надо оставлять этот. В смысле, я ж там вазу, или тебе насрать на вазу? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну и чё ты встал? Иди отсюда. А, я же могу, смотри, как сделать. Сейчас, стоп, иди сюда. Да ты не видишь ничего. Отстань. Иди и смотри в другую сторону. А, я же могу в присядочку вот так сделать, да? Во, вас заметил, наконец-то. Тихо-тихо-тихо. Подожди, а дальше-то куда? Сейчас-сейчас-сейчас, стоп-э. Стоп-э. Попку мою не видно? Так. Дальше-то куда? А, вон там я могу пройти. Все, я понял, как сделать. Сейчас сделаю. Меня нету, слышишь ты? А, да, сейчас, короче, по-тихому, он сейчас отвернется, нам нужно вот в этот угол будет пройти. Или нет, подожди, а как нам нужно сделать?
Сейчас, подожди, что-то туплю. Так, а как мне вот здесь-то пройти его? Быстрее! Блин, гусь, не тормози, пожалуйста. Лабиринты какие-то понаставили, а? Посмотри, какие свиньи. Никакого уважения к маленькому, беленькому, хорошему гусю. Так, а куда мне теперь? Подожди. Давай-ка мы его пока здесь положим, чтобы нас не нахлобучили опять по игре. И че? Сюда нам получается. Так, ну здесь эти получаются, да, тоже нужно пройти по-тихому, и потом там садовник жесткий, то есть, да, все закрыто, смотри. А вот туда направо, если мы пойдем, что там будет? Блин, нифига себе такая жесткая миссия, да? Ну, короче, типа, камон. Камон. Тяжело. Да, здесь тоже тупяк, тупяк. Ну ладно, давай тогда... Там только одна тетка получается, да? И мелкий засранец. Мелкий засранец будет нас, интересно, как-то это самое отпугивать. Точнее, или он... Ну, короче, ладно, давай посмотрим, что тут... Что гадать, если... Что гадать, если не гадать? Ну, в смысле, ну ты понял. Так. Нам нужно проверить, где тетя. Чтобы... Так. Ага, тетя-то вон где. Тетя вон где, так. Че, Нику покупается на такую тему? На такую разводку-то, а? Но я хочу, короче, сейчас она, типа, это, закрыть ее там. Где ты? Тут две тетки. Ёптель. Так, ладно, короче, до сюда мы доходим. Хорошо, понял. Опасность. Опасность. Успею, нет? Да и мелкий скотина. Да нет! Да... Да блин, отстань от меня, слышишь ты?
Ну хватит застревать! Фу, хорош! Так, что дальше? Что дальше? Где этот старый хрыщ? А, зыришь, скотина? А, он вообще на выходе, смотри, сидит. А мы его так сделаем. Да. Сейчас мы сделаем вот так вот. Вот так вот. Так, хорош. Так, и где-то там в самом начале у нас была схватка двух якадзу, насколько я помню. А, где-то здесь, по-моему, были у нас... чего? Мысли. Не там были? Вот здесь же. А, ну да, вот сюда нам. Яма где-то здесь была же, да? Подожди, вот она. В самом начале была ямка с торшерами. Ой, в смысле, с колокольчиками. Торшеры, почему торшеры? Не знаю. Ой! И вернуть его домой. Все. Это и все? Реально, это конец игры? Блин, а я не выполнил задания там некоторые. Блин, ну прикольно, мне понравилась эта игра, да. А вот еще что-то тут есть такое, да? А, это просто заставка, типа. А, понял. Гусь в роли гусь, гусь в роли гуся. А, ну, ребята, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем счастливо, всем пока.